Моя жена Лгунья – знаменитая комедия положений «Воскресенье» на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Премьерный показ спектакля пройдет в Международный день театра. По традиции актеры разделяют свой профессиональный праздник со зрителями. Наш репортаж с репетиции спектакля. В этой яркой искрометной комедии есть все, что составляет залог успеха этого популярного жанра. Любовь и ревность, правда и ложь, корысть, преданность и, конечно же, музыка. Но прежде чем уйти, я все же узнаю всю правду. Лгунья! Если я начала лгать, то, к сожалению, приходится продолжать, сознается главная героиня спектакля Кэти. Однажды она решилась. С этого дня ничего, кроме правды. Но новые обстоятельства заставили ее лгать еще больше. А все из-за того, что она, супруга добропорядочного Уильяма Гаррисона, не очень-то хочет иметь детей. На что готовы пойти герои ради спасения любви? Могут ли дети вернуть семейный мир? У каждого в семье это, наверное, случается рано или поздно. Ну, начинается все с конфетно-букетного периода, потом, наверное, как меняются я и муж, и жена, и приходит либо у того, либо у другого в какой-то момент из-за всякого пустяка, допустим, да, ну, вроде как это, может быть, станет лучше, скажу, как говорится, ложь во спасение. Вот скажу, это будет более как-то правдивее, чем настоящие, да, события, что с тобой произошли. Женской сущности присущи такой авантюризм, скука от реальной жизни, когда хочется немножко приукрасить, приврать, как-то пожить мечтами, а потом уже сложно признаться в том, что ты что-то напридумала, и подстраиваешь реальные факты под свои выдумки. В главных ролях в спектакле будут заняты Сергей Урганцков, Елизавета Кастиди, Сергей Кирюшкин и Анастасия Собина. Режиссер Екатерина Гвоздева, режиссер-постановщик Павел Цепенюк. Темы, затронутые в спектакле, актуальны и очень понятны в каждом слове. Авторы пьесы, американские драматурги, предлагают зрителям вместе со своими героями поразмышлять над тем, что мешает сохранять любовь и гармонию в семейных отношениях. У нашего героя есть такая фраза, что должно быть в семье взаимоуважение и взаимопонимание. Без этого не может быть крепкой семьи. Мне кажется, что это, вот, так сказать, ну что ли, главная фраза этого спектакля. Это комедия положения, но это не буфонада. И во всей вот этой вот истории, совершенно нелепой, нужно существовать очень правдиво. От этого будет очень смешно. В основе драматургии – непредсказуемые повороты сюжета. «Моя жена Лгунья» будет показана 27 марта в 17:00. Международный день театра. Комедия в трех действиях.